Персональные поздравления с Днем Победы получили ветераны Великой Отечественной и труженики тыла, работавшие на предприятии «Газпром Трансгаз Томск». Сотрудники компании вручили им цветы, подарки, а также провели во дворах домов героев концертной выездной фронтовой бригады. Духовой оркестр, состоящий из сотрудников, работающих в газовой отрасли, исполнил марш «Прощание славянки». Затем прозвучали знаменитые песни и стихи, посвященные памятной дате. Это не разовая акция. Коллектив «Газпром Трансгаз Томск» регулярно поздравляет участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с праздниками, обеспечивает их материальной и медицинской помощью.